Леди, внимание. Решение, кто из наших прекрасных претенденток станет обладательницей мантии светлейшего магистра, нам с хранительницей традиций клуба, Аленой Разумной, давалось нелегко. Очень мнения нелегко. Разделились. Хотим отметить, что решение принималось не только исходя из умственных способностей светлых голов, а также мы оценивали опыт, реакции, светлое настроение и другие позитивные качества. И я, как хозяин клуба, беру на себя смелость огласить имя победительницы. Итак, не пищите. Да. Мантию светлейшего магистра зимних игр нашего клуба «Светлые головы» получает... Ну, Дима, Боже. Снежана Егорова! Я прошу Виталик вручить эту мантию светлейшего магистра Снежане Егорова! Девочка, мне не надо просить, я все сам знаю, уже делаю дело, потому что Снежанку очень люблю, считаю ее заслуженной победительницей. Снежана, завершающий момент. Делай так, чтобы было красиво. Будет красиво. Дамы и господа, перед вами светлейший магистр клуба «Светлые головы». Снежана Егорова, несколько слов. Девочки, я поняла, что быть блондинкой – это очень здорово. И когда я решила, что огненный цвет больше не мой, и я не хочу прожигать дыры в сознании окружающих, я стала рыжей, а я стала блондинкой. Мы поменялись не только цветом волос, а еще и титулом. Аплодисменты, браво, Снежане Егоровой! Девочки, а вам я тоже хочу сделать приятное. Когда я беременна, ко мне обычно прикасаются, и потом у них появляются дети. А кто хочет стать обладателем этой шапочки в следующих играх, становитесь, я сейчас буду ее бросать. Мне не жалко. 5, 4, 3, 2, 1! Молодец! Боже мой, возможно, Лена Филонова на следующих играх станет новым светлым магистром! Мы желаем ей именно этого. Я Дима Калиденко. Желаю вам счастья. Життя яскравы. Любите друг друга. До свидания. До встречи.